Я мощь. Таких соединений я в жизни не видела. Этот храм Иса устроен сложнее всех, что мы видели. Чем Лиссабон, чем Арктика. Я все записываю, Лейла. Это открытие точно тебя прославит. Ты видишь где-нибудь жезл? Нет, но я не все осмотрела. Он где-то здесь. Механизм должен быть открыт. В чем дело? Не знаю. Надо свериться с записями об Ису. Все ясно. Не хватает одного луча. Надо исправить. Кажется, эту колонну можно сдвинуть. Похоже, на колоннах зеркала. Если перенаправить эти лучи, может, они осветят что-то важное. Где же он? Что? Мудрость в знании того, что ты ничего не знаешь. Так сказал мне друг.
Невероятно. Кассандра? Да. Меня звали хозяйка Орла, да только Икар давно умер. Я тебя искала. Но как же ты... Но ведь ты искала не меня, верно? Артефакт Ису, он действует! Жезл Гермеса Трисмегиста! У тебя должно быть много вопросов, Лейла. Ты знаешь мое имя? Может, боги сказали. Может, услышала в видении. Или из этой штуки в твоем ухе. Прости. Я пришла сюда с одной целью. Найти тебя и покончить с тем, что начала много веков назад. У меня твое копье. Вернуть его? А? Нет, оставь себе. Оно сломано. Но тебе это не мешало. В нем есть сила. С ним я побеждала врагов, которых даже Геродот не мог описать словами. Но всему приходит конец. Когда копье лишилось силы, я оставила его Геродоту на память. Мне столько нужно тебе сказать. Этот жезл очень важен. Ты жива благодаря ему. Но как? Спроси ученика Гиппократа. Слышала, они еще остались. Жезл выполнил свою роль. Мы делаем все, чтобы жезл не попал в руки тамплиеров. Послушай. Порядок, хаос. Кто бы ни победил, мир погибнет. Я сражалась с хаосом, но это принесло только беды. Я была на стороне порядка. Теперь я за право выбора. За хаос. Пифагор был прав. Ты ключ к исполнению пророчества. Ты восстановишь баланс, Лейла. Я видела слишком много войн. И слишком много смертей. Я прошла весь мир от края до края. Возьми. Теперь он твой. Пообещай кое-что. Конечно. Закончишь? Уничтожь его. Уничтожь их все. Мне еще многое предстоит увидеть. Не терпится вернуться в Анимус и навестить Кассандру.